14 февраля епископу Видновскому владыке Тихону исполнилось 60 лет. Юбилей был отмечен торжественной службой в Свято-Екатерининском монастыре, где Тихон уже почти четверть века является настоятелем. Братья и прихожане поздравили владыку с днем рождения, пожелав ему здоровья и успехов в дальнейшем архипастырском служении. Среди тех, кто пришел поздравить епископа Видновского с юбилеем, его духовный наставник, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий и глава Ленинского муниципального района Олег Хромов. Нашему уважаемому владыке Тихону, настоятелю Свято-Екатерининского монастыря, который находится в старой части города, в Расторгуйской части города, исполняется сегодня 60 лет. И, конечно же, его заслуги перед нашим районом достаточно велики и значимы, так как сам владыка долгие годы был благочинным Видновского благочиния. Прошу принять эту святую панагию с просьбой ваших святых молитв и с пожеланием, чтобы Господь и Матерь Божия укрепляли вас на дальнейшее служение. Родился владыка Тихон в семье священника, и на роду ему было написано стать богослужителем. После армии он поступил в Московскую духовную семинарию, а потом в академию, которую успешно закончил. Последние 24 года является настоятелем Свято-Екатерининского мужского монастыря, в восстановлении которого он сыграл значительную роль. За эти заслуги владыке Тихону люди благодарны. Он здесь с основания, он поднял его. Тут же были такие руины, конечно, очень много сделал. Организует воскресную школу, организует вообще весь монастырь. Я очень уважаю его и хочу, чтобы он долго еще прожил, чтобы нести радость тем людям. И радость эту владыка Тихон нести продолжит. Дарить людям веру в Бога – такой непростой путь епископ Видновский выбрал для себя сам. Однажды и на всю жизнь. Александр Шишов, Павел Игнатьев, Владимир Бижонов, Видное ТВ.